традиционно во второй четверти мы проводим уроки гимнастики. При обучении детей гимнастики в начальной школе мы используем программу главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Александровны Винер. Упражнение – это связка гимнастических упражнений. Туда входит равновесие, ласточка, прыжочек, ножнички, кувырок вперед, мост, стойка на лопатках, переворот назад. Они развивают гибкость в первую очередь, развивают координацию, ну и, конечно же, красоту выполнения. Пускай это пока начало их неспортивной такой маленькой карьеры, но в любом случае они должны выполнять упражнения правильно, так как им преподнес это учитель физкультуры. Если это ласточка, значит, это ровные ноги, значит, это ровная осанка, что самое главное для ребенка. Это в первую очередь его здоровье. Я думаю, что мы обязательно пригласим их для занятия в наш любимый вид спорта – спортивная акробатика. И если они будут целеустремлены, они пойдут дальше, будут выполнять спортивные звания, что наверняка порадует их родителей. Наша поддержка как федерация – это развитие вида спорта в нашем городе Севастополе. Это главная задача. Это здоровая нация, это приобщение всех масс населения от мала до велика в спортивную жизнь.